Это называется пруд. Ребят, там ко мне мудак какой-то пристает. Где? Вон, на проходной сидит в черной куртке. Я войти хотела, он не дает. Как Артем? Что? Как Артем? Нормально, в садик ходит. Как папа? Папу из больницы выписали, у него язва. Не хочешь навестить? У тебя все нормально? Да. Сорян. Нормально все? Да. Я никому не давала тут мой адрес.